чемпиона начинается здесь. Этот слоган стал своеобразной визитной карточкой открывшегося в субботу клуба спортивных единоборств «Дацеев Клаб». И это не просто спортивная школа. По мнению бронзового призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта по дзюдо Дмитрия Носова, это еще и спортивная семья, где растут не просто чемпионы, а молодые граждане страны с волевым духом и сильным характером. Очень важное событие для Саратова. Я вижу ваши глаза. Вы прошли, посмотрели. Многие из вас уже хотят пойти тренироваться. Да потому что круто. Согласитесь, согласны? Да. Здорово сделано. Офигенно, да? Выражаясь молодежным языком. Здесь такая атмосфера, что хочется становиться еще лучше. Становиться сильнее. У спортивных единоборств появляется свой собственный дом. Я надеюсь, что это будет первым шагом на пути к проведению здесь международных стартов. Будем пробовать на будущий год, может быть, на 21 год, пробовать провести здесь первенство Европы или первенство мира. Я думаю, что вместе у нас все это получится. И для этого в спортивном центре есть все. Но главное, рассказал призер первенства в России по кикбоксингу Дмитрий Григорьев, это сплоченная команда спортсменов и тренеров. Спорт для него – это не просто навыки самообороны и возможность закалить характер, но и умение побеждать на соревнованиях. Сначала себя надо победить в голове, а потом уже выйти с чистой головой на ринг и делать все, что учил. Без тренировок побед не будет, надо тренироваться, чтобы были победы. Когда мне родители приходят, говорят, что они стали лучше себя вести, стали лучше учиться, более внимательнее стали, вот тогда для меня это самое большее. Конечно, потом уже и результаты будут на соревнованиях. А потренироваться здесь действительно есть где. Дацеев Клаб – это 3 спортивных зала, самой большой площадью 700 квадратных метров, разделен на отдельные закрытые зоны по видам спорта – дзюдо, бокс, самбо и смешанные боевые единоборства. 2 малых зала оборудованы для занятий художественной гимнастикой, а также фитнесом. Современное спортивное оборудование, инвентарь и функциональные тренажеры – настоящая спортивная империя, по мнению чемпиона мира по кикбоксингу и основателя Даци Дациева. Наша главная цель, чтобы молодые таланты раскрыли свой потенциал в нашем зале. Для этого есть все условия, есть суперский тренерский состав. Я очень доволен, что мог собрать такой тренерский состав в нашем зале. Ну и, конечно же, наша команда, наша семья, без которого бы наши единомышленники, учредители, без которого бы это все у нас не получилось. Создать этот современный спортивный центр помогли саратовские бизнесмены, председатель профильной комиссии областной общественной палаты, местный координатор движения «Антидилер» Илья Левин и его отец Алексей Левин. Добавим также, что Дацеев Клаб – это не только кузница чемпионов. Заниматься здесь могут все желающие, а талантливые ребята из многодетных семей будут тренироваться в клубе на безвозмездной основе. Спорт именно дает тот стержень, который необходим каждому человеку в жизни, чтобы при каких-то обстоятельствах никогда в жизни не сдавался, шел до конца и добивался цели. Где спортивная школа, там совершенно другая среда. Здесь закладывается фундамент здоровых граждан Российской Федерации.